Ну что ж, снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами в эфире снова я, Шира, зовут меня Женя. И мы продолжаем смотреть наш увлекательный стрим, в котором у нас сегодня квалификация в Gold Division под номером 2. И продолжает помогать мне Ментал, алё-лёу. Да, всем привет. И это уже 1/4 формата Best of 3, так как тот, кто выиграет серию этих игр, уже проходит в Gold Division, поэтому вот так все серьезно. И столкнется у нас здесь команда Мека против команды Дрон. Вот так вот. Уже в банах у нас Кутулу Фанд, Паппет Мастер, Кракен, Доктор Репульсер, Ралли, Мэдмен, Фарон, Силуэт, Бабблс и Варбист. Вот так вот у нас Хардлайн хорошо так пробанили. В пиках для команды Меки у нас Рапса, Пеблс, Гладсиус, Дранкин Мастер и Драконец. Для команды Дрон у нас есть Торт, Свифтблейд, Призанер, Мастер оф Армс и еще один свободный слот. Ну такое. Сейчас очень неплохо зайдет плаг. Да, мы уже говорили, вот пока не у нас была пауза. Драконец не тот керри, который будет убивать его. Там будет достаточно просто не подпустить к себе Глаца, и ты не умираешь. Ну тут еще Дранкин Мастер как бы есть, уже про этого пацана забывать Дранкин нельзя. В харде будет, вон его уже с блесом свапнулись. Угу. Ну опять очевидно, сейчас все у Меки. Что Рапса с Пеблосом пойдет на мид. Ну да, Гладсиус отправится. Хага тоже неплохо. Хага тоже неплохо, тоже не должна умирать. Просто плага, и в любом случае было бы легче поднимать левела и даже фармить. А нет, смотри, что это будет. Это будет Easy Lane Хага, смотри. Easy Lane? Да. И куда, Свифт в лес, что ли, отправить? Не, Свифт будет в харде. С саппортом, скорее всего. А может даже с двумя саппортами. Такую... Да, это трипла через трипла. Свифт. Трипла. Угу. Да. Это очень хорошая идея, кстати. И сейчас... У Меки ну, стартом и с этим, да. Как мы предполагали, то они проиграют и Easy Lane, и Hard Lane. Ну, хотя, с другой стороны, Дранкин неплохо с Хагой, ему не очень тяжело стоять. Там Хаунд на первый, на третий скилл ловится очень легко. Меня не крэшнуло. Ура! Это из хороших новостей. А из плохих для Меки все очень печально сейчас будет. Ну да, Драконис уже внизу. Идет к нему Глацик. И они будут умирать. Вот если сейчас Хеллборн быстро-быстро зайдет в чужой лес. Ну вот они уже летят туда. Но Свифт в трипле, не знаю, вот он не взял топор себе, а взял кучу регена. Кучу регена зачем, вообще непонятно. Старается просто терпеть харас какой-то. Ну, 46-50 дэмэдж, это тяжело. Каким бы ты крутым не был. Mm-hmm. Если, конечно, два саппорта просто прогонят на фонтан чужой двух героев, то тогда он будет нормально фармить. Ну, а так да. Конечно, Драконис это не тот герой, который сможет как-то огрызаться против триплы. Да и на миде Призанер, ты знаешь, случайный какой-нибудь попавший хук. И при небольшой доле везения можно делать киллы. Да, Рапсу, в принципе, можно легко забирать. Просто он же тянет вместе с крипами, а часто бывает, что крипы просто блочат по-тупому, под вышкой. О, да, кстати, у меня было такое. Ой, это да. так просто бомбит из-за этого, когда тебя просто тупо закрыли крипы и все. Тебя хукает пуш под вышку, ты один там, ты выбегаешь по прямой. А тут крипочки могут делать грязь. Но Дранкин должен нормально фармить. Да, в принципе, опять, нормальный знаю, парень на харде. Сейчас, наверное, Мека вообще не подумала о том, что у них может быть трипла. Потому что Дранкин набрался кучу ена. И тут против Хаги... Ну, сейчас топором мог бы себе фастботл брать и доминировать лейн. Ну, посмотрим, что же у нас тут будет на трипле твориться. Вот зря сразу спалили двух саппортов. Угу. Если бы Драконис сейчас стоял, а к нему вышел бы просто Свифт с 9 деревьями, он бы... Драконис бы стоял бы такой, ха! Наверное, хардлайнищий Свифт, что ли. Mm-hmm. Но зато, ну, а отпушился лейн. Гладсик сразу... помешал стаку Мастера Вармс. Хотел я сказать, что стакнул Гладс, не тут-то было. Да, Гладс это именинник наш сегодняшний, кстати говоря. Да,
Я уже видел, ты в чате писал об этом. Да. Поздравляем. Самый Феникса. Добрый человек. Если ты помнишь, на Лане это самый добродушный человек. Тогда. Ну, как минимум внешне. Ну да, такой. Прям излучал доброту. Да, я фотографии, когда потом смотрел, когда вы выложили, я просто. У меня улыбка до ушей была. Есть такое. Ну, разварди. Один контрвард, и Глад снимает вард контрвард. Да, еще мастера варом сейчас провал. Снимут. Это провал, ну, просто Глад, то, что с пассивкой, это тоже. Ну да. Сразу вот так вот пассивы учить. Может, если бы он хотя бы второй выучил, может, сейчас и забрали бы мастера. А так. Если бы у него любой из двух скиллов был, да, да. Моа умирал. Торт отправился за руной, получает он иллюзии. Сейчас непонятно, чем хилборновские саппорты занимаются. Ну вот как-то мастер вместе с тортом первый левел на мид бегут. Или что они хотят, я не понимаю. Не знаю, но они дают драконису сейчас. Да они не убьют же сейчас никого. Разве что призанер красивых уканет, но как-то так. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Они просто теряют время. Ну да, они первые левела, сейчас они еще, ну, могут... 40 и 20 экспм. Все, продолжаем беготню. Не, когда идут... Допустим, пикается такая трипла, то надо просто упор делать в то, что... Убивать. Тупо убивать. Ну, это ФБ. Ну, нашли Гладсио сюда. Прощаемся мы с ним. Свифт раньше времени что-то крутиться начал. Ну, тем не менее. Ну, тем не менее, да, получает ФБ Свифтблейд. А Призанер подхукал так под вышечку, правда, одного пеблса, поэтому... Пеблс отделался легким испугом. Угу. Ну, у Пеблса, да, 0.7 физ защиты, поэтому ему так страшно. Кстати, смотри, осталось у него совсем немножко хп, 80. Буквально один удар оставался от Призанера. А тем временем Данкен перефармливает Хагу. Да, даже без топорика он спокойно фармит. У него, ну, уже 14 на 2. Почти весь реген потратил, но тем не менее. Еще неплохо так агрессирует по хаге. Она себе принесла. Да, ботл, ботл, конечно, принесла. Уже и попроще. Армора. Тоже, да, полез. Чуть-чуть армора. Опять. Опять въезд по пеблсу. Я пока что всеми хуками попал. По пеблсу. Ну, конечно, не сильно тяжело. Пеблс 280 мувспида. 285. Да, тут еще, ну, не в мувспиде дело, как 0.7 армора. Опять рейд. Рейд саппортов. Вот сейчас Дранкин может ошибиться, и его хага заберет. Остается один удар. Красная баночка. Неплохо. Очень неплохо, я бы сказал. Тем временем мастера Вармс отъезжает. Как они это делают? Не понял, Даша. Почему просто он там один? Просто. Свифт, синие ботинки, просто по кулдауну можно убивать. Гуляют они по вражескому лесу. А там давит Дранкин и умрет. Нет, не умер. Не умер. Осталось у него 30 хп. Маны ровно хватило ему. Ну, опять же таки, Гладсиус. Вот не забываем про этого Гладсиуса, который дал 50 мп на всю свою тьму. С этой его новой противной пассивкой. Лайнвар поставил торт. Ну и два героя второго левела. Mm-hmm. Ну вот эти вот два саппорта, которые хотят вот гулять, куда-то ходить, это всегда ошибка. Они мало экспаются, потом на них кормятся вражеские керри. Ну, расчет реально только тупо в убийство. Если они не убивают, то, ну, почему? Да, давайте гнаться за драконисом. Да, давайте. А, из кустов мог дать второй подбежать и застанет просто, я не знаю почему. Не доигрывают. Да вот Глад с Драконисом нормально себя чувствует, в принципе. По фарму, конечно, Драконис чутка проседает. Ну как, 15 крипов против 18 у Хаги. Чем того, что у Дранки на 16. Ну как бы так, нормально, два человека фармит. В общем, да, если так посмотреть по лейнапам,
только верх нас не подвел. Там, как и мы планировали, Дранкин будет неплохо себя чувствовать. А так, соло мид перефармливает дабл мид. Неплохо он так по хаге въехал. Ну, Призенера просто больше крипов было только что, сейчас глянем. У Пеблоса 28, Призенер 29. Ну, одинаково, в принципе, тоже будет. Да, только тут с Рапсой как бы Пеблос стоял. Из-за этого разница в левеле 5 и 7. Продолжают в кустах стоять Торт и Мастер. Почему Свифт просто не утонет Драконис, я не знаю. Ну, решил он в фарм как-то удариться больше. И опять побежали. Мне кажется, тут, я не знаю, какая-то на фоне музыка из шоу Бенни Хилла вообще очень в тему сошла. Надо включать. Куда? На мид они выдвинулись. Я не знаю, за Пеблсом, которому уже сказали СС, и он уходит. А, они пришли трипл стак забирать, вот оно что. А, увидели. Ну, какие каверзные. Привет, Пеблс. Ну, продолжение от торта, почему его не было? Ну, подошел бы Свифт, ультанул бы, покрутился и забрали пиво. Ну, даже Свифт потратил ману, у него теперь нету ульт. Плюс не, 5. На ульт у него было. Ну, на ульт, да, покрутиться нет. Ну, я думаю, там бы с рук уже просто забили саппортов просто. Рапсатель на топе стоит, ждет. Ну, Дранкин ей, наверное, сказал, что я тут почти в соло забираю. Хагу, 5, давай. 5 плюс Хелм будет собирать, ну что это? Ну, нравится ему этот итем. Против Хаги он, наверное, не сильно спасает, но все равно. Куруин засветили Рапсу. Вторую игру смотрим, у него вторую игру, вот он потратил ману и все. Он чуть-чуть переоценивает, по-моему, пассивку Гладца. Езжает он по Хаге, надо бы продолжить станом Рапсы, но Рапса, к сожалению, что-то делала... боковом магазине, я не знаю, что он там забыл. Ботиночки. Ботиночки себе решил очень вовремя купить. Мурен. Там на хосте прибежал Призенер. Сразу же он включает ульту, отходит от него Рапса, но ульта сработана на Дранкенмастера, очень больно, отъезжает Дранкенмастер. И Рапса тоже, естественно, умрет. Получает она хаунд. Очень сейчас классно сыграл Призенер. Там тем временем дайв небольшой. Не, Дракониса не убьют, очень вовремя красная баночка была изнута. Ну и Моа умер. И Моа умирает, да. Сразу же так в сторону крипов. Опс! Нет, не получилось отдаться. И I'll be back, bastards. Да. Счет 3-3. Тем не менее, Хеллборн ведет и в золоте, и в опыте. Дранкин продолжает на характер копить, на Брист Хард этот, или как его там называют. Ну, на Хелм, в общем. Угу. На Хоббл. Копит он. Чуть-чуть промахнулся хуком Призенер. Ну и у него пока все хорошо. Его все устраивает. У него есть ботл, стимбутсы. Так-то я не против, если они пройдут в голд, и он будет против нас постоянно играть и собирать Хоббл. Тебя это устраивает. Драконис агрессирует, спокойно забирают торта. Да тут бы и по Свифтблейду дать пару ударов. Ай-ай-ай-ай, с одним ударом уходит Свифтблейд. Не догонят Дракониса, но и Свифтблейд отошел. Лац мог ударить, там у него было. Он был в рейнже атаки, мог бы убить. Угу. Я вот не понял, что Драконис здесь хотел сделать с таким хп. Надо было... Я подозреваю, что он хотел дофармить Энерджайзер, потому что... Да, дофармил, дофармил. А вот Дранкин, ну, он меня услышал. И купил... Фазы. Себе синие, да, ботинки. Привет, мастер, привет, мой хороший. Но мастер успел дать. Дал стан и... Такое, я не знаю, что тут вообще происходит. Я в наш чат напишу. Чтобы они не видели этого. Ага. Вот что происходит. Да. Вот как-то так действительно. Сейчас просто бегают по лесу, что те понемногу отдаются. Ну, саппорты уже 4-го левела. Ладно, хорошо. Ой, это плохо. Дайв под за Драконисом. Драконис убивает. Ну и торта заберут.
Но меня торта на дракониса, это не кошерно. Это хорошо, да. Ну, хорошо для Хеллборна, плохо для Легиона. Уже неплохо так давят по голде и по опыту. Драконец за две смерти потерял где-то 600-700 голды сейчас, потому что он ничего не покупает, я не знаю, может он копит. Ну, в любом случае, что бы он ни собирал, он уже давно мог бы хотя бы часть купить от этого. Угу. Подал ТП, купил F-тюб и побежал пешком. Походу в лес бежит фармить. А вот он в лес должен был идти фармить где-то со 2-3 минуты, если бы трипла играла агрессивнее и правильнее. Не бегала туда-сюда. Ну да, в принципе, драконец такой парень, который может фармить стаки вообще с пустыми слотами. Там второй скилл максится просто. Да, да, да. Пеблос как-то далековато от ПК. Хотя он хочет его, но... Признер хорошо отыгрывает. Я доволен им. Да, Гогор отлично отыграл. Особенно, как он реализовал эту хасту, пришел наверх. Убил противного Дранкина. Ай-яй-яй. Чуть-чуть. Но он здесь же все равно отъедет. Все равно. Пеблс на регене был, дал станк крипов. Ну это жадность. Ну вот пока по этой статистике, которую мы видим, 5000 проигрывает и золото, и опыта команда Мека, и пока все идет в пользу команды Дрон. И Призенер при желании может купить ПК сейчас. Может. Но у него от Макшин третий скилл почему-то. Тоже такое индивидуальное решение. Ну я вот не сильно вижу прям профит максить второй скилл. Ну как бы там... Ну замедление, по-моему, больше, и дамажит он тоже. Замедло, по-моему, одно и то же. Вот чуть-чуть больше дамажит, да, 30% замедления постоянно. Чуть-чуть просто дольше это держит, эта цепь. Ну такое, вот. Лично я с ним согласен, что пассивочку самаксить. У тебя когда 3 скилла в откате, он там так стучит больно. Что драконец опять, я не... Ничего не понял, что он хотел сделать. Подошел, отдался. Гладиус тоже отдался. Ульта Трапсы была просто такая... Ну, я не хочу сейчас говорить это слово. Плохая. Не, гирька... Получает время на левелапе, поэтому ее имеет смысл качать. Ну на 2, хотя ладно. Бы уже мог бы по 2 раза качнуть это и то, или там 3-2, 2-3. Но она и висит дольше, и дамажит больше. Покупает себе все-таки пока. Поди тем временем вышку снес. Вот уже цифры 6-8 для 14, это уже достойно. И Рапса никуда не ушла. Но вот я не понимаю, что делает команда Мека. Надо очень, так сказать, защитную позицию занять, а они продолжают агрессировать. Хотя понимают, что, ну, ничего они сейчас особо Рапсу не сделают. Клад спас первым скиллом. Уже на 2 у него, кстати, портов, пассивка. У Хеллборна в лесу, посмотри. Да, раз, два, три, четыре, пять. 5 вардов. Капец. Надо уже пушить, раз только навардили. Может они хотят, я не знаю, Кангора? Смотри, как они отвардили как раз. Да, Признер ПК взял. Это будет сейчас проблема, потому что... Хотя не, Пеплс сейчас должен купить, по идее. Да, есть я на нем ПК. Ну, Свифт вовремя отошел. Хотя нет, не отошел. И сразу же он реализует свой ПК. И умер. И умирает. И такая Рапса подошла, дает стан мастеру. Так, так, я что-то делал. Я кнопку нажимал, все. В принципе, это стоило того, как бы убить. Ну, чуть-чуть преимущество это даст, чуть-чуть. Ну, я его пока в цифрах не вижу, к примеру. Ну, где-то на 400 голды он чуть-чуть вывел вперед. Ну, это ж такое, как бы, на это... такой минуте уже несерьезно, скажем. ХГ уже, кстати, с лайт-брендом.
Неплохо. Хочет Нустоун. По-моему, этот новый Нустоун все хотят. Он настолько дешевый. И настолько приятный. Ну да. Но в этой игре таргетных скиллов поболее. Ну да, мастер. А Торт третий скилл, когда качнет, мне жалко будет по кулдауну кидать его. Ага, со своим хаунтом, все, Бейт со своей ультой. Ну. В принципе, у каждого героя есть что-то таргетное, поэтому здесь действительно Нулстон более профитный. И наконец-то дофармил себе Хоббл Дранкен. И все-таки я его соберу. Да смысла нет абсолютно. Никакого. Конечно, уже нет. Если бы у него хочешь... дела пошли хорошо, он бы его там зарашил, стоял бы спокойно с Хагой, там мог бы с ней тыкаться, а так. Да нету смысла, даже если ты хорошо стоишь с Хагой, нету смысла покупать Хоббл. Ты можешь взять Steam Boots и Wastelands, это будет дешевле. Не, ну понятное дело, что если прям так идти, то да. А лучше взять ботл просто ранний и выигрывать лейн за счет того, что ты. Не видят призанера, а вот сейчас. Ну, увидят. Да, увидели. Там... Ну, давай, но сейчас они его должны... А, хорошо, увидели они его на варде. И прощай. Кстати, чересчур долго они убивали его в пятером одного. Сьюблэйд сразу же крутится, юзает. И умирает. Умирает. Чуть-чуть не хватило ему. Отличная ульта от Хаги, но хорошую ульту наконец-то дала Рапсодия. Сразу же огрызается команда Мека. Ой, прилетел сюда Призанер. С тобой байбэк был. Прощаемся мы с Дранкеном. Да, байбэк был от Призанера. Пытается улететь Гладиус. Драконис отъедет. Перед смертью убив мастера. Драконис не умер еще. Пока еще не умер. Вот, все. А вот теперь умер. Ну, поменялись 4 на 2. В принципе. Ай-яй-яй, не попал. Не попал он. Рандом хук, да? Убили Призанера, развели его на байбек. В принципе, сейчас пофайтились мека неплохо так. Неплохо. Да. Меньше стало теперь отставания в голде XP. Ну да, каких-то полтора косаря они отбили. И... Нет, даже больше было, 6-8. По голде даже 2.5 они отбили. Ну вот, даже так. Наконец-то Гладиус решил стакнуть иншей. Ну, пора бы уже, 19 минут. По-моему, впервые за всю игру в верхней части карты оказался. За мид перешел на ту сторону впервые. На 19 этой минуте. Наконец-то. Поставил он вард на мидок. Вот так вот прям. Я боюсь представить, какой следующий итем на дранке не будет. Шапка? Я не знаю. Чалис, может? Там инсанитариус. А инсанитариус? Ну, не то чтобы плохо. Да, если бы вместо Хоббла, то даже ничего так, в принципе. У Свифта инвиз, наверное, сейчас будет. Да. Да, покупает себе он себе лотер. Кстати, это мой любимый Свифта. Ну, это зависимо от ситуации, знаешь. Просто, как бы так, можно покупать инвиз, когда ты можешь вот так реально из инвиза выйти и убить любого, скажем, да, ну, почти любого. Не, если... Знаешь, что ты можешь убить, а если тебе надо, как бы так сказать, в тимфайтах, и, то, я не знаю, то лучше зарашить себе там какую-то Сашу Яшу. Вот я в этой игре, ну, инвиз, небольшая необходимость инвиза. Хотя, с другой стороны, ничего связанного с инвизом нету в тиме, поэтому... Ну да. Поэтому почему бы и нет. А если прям в фарм надо удариться, то, кстати, лопата новая вообще зашла бы. 100% сплэш. Да. Но этот альт на свифта самый крутой, по-моему. Не. Мне Зенифер больше всех нравится. Ультимейт? Да. Не знаю, у меня вот это единственный аватар, вот этот вот голд, который на моем мейн, ну на этом мейн аккаунте нету его, поэтому. Остальные на свифта все есть, но они такие. Ультимейт, да, неплохо. Кстати, сейчас там в новом патче, вот когда выбираешь альты, там, когда ультимейт альт показан, в полной одежде, замечал? Раньше, да. Раньше там смотришь.
Только на новых ультимейтах такая штука была. Там типа на ультимейт профете он сразу же полностью одетый был. Ну, а я такой открываю, беру там легионера, открываю, сплю, там у него полный, какой... да. Смотрю, ничего себе, что это? Сразу вот такой вот появляешься. Отлично, хорошо, меня устраивает. А потом... А потом он раздевается. Да. Кстати, у Свифта 12 левела крит на раз, это не круто. Почти попал хуком призанер. Почти. Ну, почти не считается, поэтому Хеллборн так немножко ретируется, отходит. Ну, хотя они, в принципе, неплохо провардились. Они могли бы забрать Кангора. Попробовать, по крайней мере. Заставить подойти к себе Меку и тем самым наказать их. Но они же сильнее в данный момент. Кстати, я угадал next item. Дранкина. О, эти ребра? Не, Чалис. А, Чалис? А потом он купил эти. Ну, на бульвар. Он понял, что ему нужно больше маны. Ну, хоть какой-то реген. Кстати, Чалис же теперь больше маны дает, насколько я знаю. Ну, последним патчем, по-моему, его не трогали. По-моему, вроде вот как раз я читал, что... Ну, написано 100 маны, но вроде бы как-то больше должен. Не, больше это если ты выкладываешь какие-то итемы, тогда больше. Не-не-не-не, это именно я что-то по поводу Чалиса читал. Ладно, вот игру закончим, я зайду прочитаю. Если у тебя есть гримуар, шипстик и еще что-то, ты если выложишь это, юзнешь Чалис, потом возьмешь обратно, то он тебе где-то 500 может дать. Не-не-не, вот именно сам Чалис. Сам Чалис, вот, без всяких там вылаживаний, ничего такого. Ну ладно, может мне показалось, я же говорю, игра закончится, я зайду почитаю. Торт с гемом. Просто спокойно подошли к мастеру, убили. Ну такое, влетел призанер, дал в принципе неплохую ульту, отлично задуло хага, ультанул свифт. Как долго ульта все, да? Ага. Это плохой файт для Хеллборна. Плохой файт для Хеллборна, прям таки ужасный. Свифтблейд, конечно, с инвизом уйдет, хагу не нашли. Просто отдали сразу двух саппортов, почему-то... Но при этом убили хорошо, ну, мидера забрали. Но Гладс отдался. И... Нет, у тебя разницы в XP никакой. Да, да. Две голды это такое для 24-й. Если на 15-й 9000 это большое преимущество. То на 24-й это фигня. Ну, пока они мертвые, сейчас сравняются, скорее всего. Да, уже вон, плюс вышли по экспо. Камбэк от Меки. Да, один файт. Вот действительно очень хорошо ультанула Рапса. Да, ее не видно было просто. Полную ульту продержала, поэтому очень хорошо сейчас это сыграло свою роль. Что-то было дофига вардов в лесу, а теперь один. И гем просто отдали. Угу. Так что Мурен очень хорошо так благодарит. Которая может просто блинковые сделать с этим гемом, да. Более живучая, чем тот Тор 9. Но она говорит, пацаны, у меня места нет. Все, ничего не знаю. Да и поспешили с этим гемом, он не особо нужен. Не сильно и нужен был. Ну затаймили под свифта инвиз, наверное, так. Есть бульвард на Дранкине. Да, уже пару минут назад был. Я думаю, сейчас, зная Блесс, я думаю, сейчас просто даймоник доделает. Да, почему бы и нет. Гримуар есть на хаге. Неужели копии на Драконисе? Пока что Firebrand, но ну, чаще вот, всего, да, это чаще всего это копии, да. Пэблэш Шранкин тоже хорошо. Ну вот мне казалось, что лучше бы он сейчас Шранкин сделал. Драконис? Угу. Ну, он сейчас помобильнее будет быстрее чуть фармить. Да у него и так никаких проблем не было с этим фармом. Ну как бы 370 это не очень. Хотя он сейчас будет начинать фармить потихоньку. Вроде отодвинули игру от своей базы немножко. Угу. А то они зажаты были сильно. Кстати же, Дракониса тоже чуть-чуть бафнули. У него теперь третьем левеле по четырем героям сплэшалитит.
Так что драконец такой, обновленный у нас немножко. Там мы первый скилл чуть-чуть бафнули. Ну, точнее, как на 4-м левеле он такой же, как и был. На начальных лавах увеличивает, да. Немножко есть баф. Кстати, Бэблс-то уже с... Да, он спалил только что с шранки. С шранки нам, да. А Swift Shield Breaker купил. Я вот думал, что же он себе купит. Но Shield Breaker я от него реально не ожидал, на самом деле. Ну... Я не ожидал, что он даже на 14-м будет с критом на раз. Что, в плюсы ушел? Да, но это не очень правильно. Это неправильно, там крит макси надо было. Ну, к 14-му уже да, конечно. Mm-hmm. И можно во второй скилл на раз прокачать. Ну, второй. Да, хотя бы разик. В плюсы уходить. Я понимаю, нет, там на первых левелах плюс качнут разик. Скилл очень сильный, на самом деле. Да, я очень много видел всяких топ-5, где просто этот скилл так тащил дико. Так он и на милишников летит, и на рейнджовых. Да, на всех летит, да. Я видел даже старые там какие-то топ-5, где там давали тычку, там та же Хага, по-моему, там делала блинк. И за ней эта звездочка просто летела, фиг знает куда. Самое красивое и смешное, что я видел, это как бежит с ДД папит в инвизе, дает по зефиру тычку. Тычка летит в него обратно, и у него остается где-то 30 хп, а рядом подбегает Глац и умирает. Летит от зефира атака обратно. А тем временем у нас начинается с ним файт, очень отличная инициация в Хагу. И... ну... да, убивает Хагу Драконис, пока все живы у Меки. Драконис продолжает по торту, торт отъезжает, и Призанер отъезжает. Находит мастера, но не собьет ему ТП. Сильблейд все еще жив, получает он стан. Продолжение от Дранкина. А кого нашли? Ага. Торт пытался убежать, но не смог. В инвизи уходит Сильблейд. Спасает его этот инвиз, действительно. Да не, вот тут на эншентах ошибка была. Там выбежал Свифт на Дракониса, который сам поднялся, а Торт не сбил ему линку, просто убегал. У него страшно как раз было. Третий скилл на раз прокачан, возьми, сбей линку и все. Mm-hmm. Да, КД 6 секунд вообще не жалко. А так потеряли троих, потеряли Тауэр, да, все такие копии на Драконисе. А вот сейчас Дранкин. Там гем у него есть, он видит. Ну да. Добили Тауэр. Ну, у Зефира смешнее отлетают атаки. Там только рейнджовые, но они веселее отлетают. Просто папе АОЕ тычка такая летит. Там крит 1000 с ДД. Да если не больше. Ну прикинь, вдвоем бегут папе и Глац. Папе бьет, Глац умирает. Там еще просто озвучка была, такой крик. Дракониса на миде могут сейчас. Да, уту. Ну что это было? Я не понял, почему. Я не знаю, он хотел просто, наверное, критануть с инвиза, но это. Ну такое, просто ультанул бы и все. Ну нет, ульты, вот оно что. У него еще когда ульты. А, 14 секунд еще. Хага опять отъезжает. Хотела бы отъехать, но за нее отдался. Пэблс. Где еще и драконец хочет умирать. А, кстати, неплохо ультанула Рапса, и сейчас выжил. Нет, не выжил драконец, отошел он от ульты. Свифт хорошо ультанул, он сбил первым тиком Рапсе и попрыгал дальше. Угу. Четверо у Меки умерло. Я вот сейчас не вижу смысла вскрываться Блесу. Ну, типа, я с Хелмом. Я сильный. Нет. Я сильный. Как оказалось, нет. Да, опять. То же самое. Было отличное преимущество у Меки, и они отдали. Опять. Нет, Свист хорошо ультанул. Там... ну, бесспорно, хорошо очень. Он покатался своей ультой. Там, во-первых, он правильно сделал, и во-вторых, ему еще и повезло. И, там и в идеале получилось. То есть он дает первый ульт в Рапсу, чтобы сбить ей ульту. И сразу перелетает, там он убил дракониса, еще кто-то там рядом был.
И Гладс, по-моему. Дракониса вообще копии не спасли. Вообще ни разу. Получил он ульт от Хаги, снял он хаунд копиями. Но... Вот я же говорю, БКБ ему от этой противной ульты Хаги, там дэмэджа столько прилетает. Это с гримуаром, блин. Но с другой стороны, они физикал дэмэджем там его лупят неплохо. Ну, Свифт и Близзанер, да. Близзанер, да, там дамажит. Ну и плюс второй. Да и импейлмент и авторта тоже такой болезненный довольно. Да ему авторый скилл тоже не из приятных. Не, ну если все, весь тимфайт простоять на яде, то да. Ну, он изначально дамажит физическим и армор снимает. Свифт начал качать криты, это... К победе. Это радует. Шаг это к радует. Победе на 18-2. Ну, решил он уплотниться полностью плюсами, вот так. Ну да, он, наверное, из безысходности качнул крит, потому что плюсы уже нельзя. А крит, на самом деле, очень крутой. Там же вся суть свифта в том, что если ты, когда ты ультуешь, там между... Вот он наносит, да, 8 раз. Там еще тычки идут, да. Да, там идут... Я просто много... Давно еще тестил в паблике создавал, ставил 2 пеблса там у всех... Ну, 2 пеблса по 6 тарасок, да, вот там mm-hmm. стоят. Просто свифт пустой ультует, и ультует свифт с 6 рапирами. Вот свифт с 6 рапирами из 2 тиков или 3 убивает этого пеблса. Потому что там... Я еще знаю такую тему, там молнии собирали на... Да, все прокает. Все и прокает, и молнии. Сатаник, и включаешь сатаник, ультуешь, и выходишь, и ты фулл хп, например. Баш работает, все работает. А если еще там... Тоже, я вот не знаю, сейчас работает ли сейчас это, но... с момом он больше да, тычек он быстрее давал. Будет, быстрее будет, да, это все работает. Вот это надо фиксить на самом деле. Вроде бы, да, там смотришь, там, ну, 200 урона, там, 8 раз, но когда ты бежишь, там, 4000 хп, и он тебя ультует, ты умираешь. Да, это уже печально. Ты понимаешь, что это не, типа, не по 200 он бьет. Хага на Шранкин, вот Хаги Шранкин поможет очень. Ну, еще да, прям... там Рапса, Гладс, противный контроль, да стан и... от Пебблса. Да, Пебблс раскрыл. Да и у Дракониса тоже могу. Тоже могу рун с первого скилла, да. Ну, пока что Драконис топ ГПМ. Он чуть-чуть опережает. Ну, пока да. Ну, смотри, тоже в такого, уже такого, довольно-таки сильного керри превращается Дранкин Мастер. Если б не этот Хоббл, у него б уже были бы ребра, к примеру. Дранкин хороший герой, да. Он сможет в лейт-игре что-то сделать. Я думаю, вместе с Драконисом они смогут там напихать вражеское тиме неплохо. Но... Не, ну, в лейт-игре один Дранкин просто может зайти и двух саппортов быстро убить с Дизну, с Шилдбрейкером, там. Угу. Вот после этих ребер ему действительно шилдбрейкер надо делать. Хотя у него лежит вот этот Mighty Blade. На что? На шранки начали. На шранки. Ну, и... Так как-то он купил гиперстон. Ну, не особо горит ему этот шранки. Не знаю, но за 34 минуты, по-моему, никто даже не подумал о том, что большая обезьяна есть там возле речки. Вообще не хотели его убивать, вообще там так сильно провардились дроны, я думал, что наконец-то будет его убивать, такая там какая минута была, 25-я. Ну, на такой стадии игры токен очень решает, если заходить в файт и с токеном, то преимущество большое. Вон даймоник есть. Угу. Как только он купил чалис, у него начался фарм, видишь? Mm-hmm. Ну, не хватало Дранкин... всего, что ему не хватает, там маны. Да, ну так Дранкином и есть вся суть тем, что подошел к пачке грипов, поударял их и третьим скиллом добил там сразу четверых, например. Ну да, это и Гладиуса уже пассивка ж как бы на 2, там еще 100 маны дает. И наконец-то они решились. Кенгор. А, и не сняли самый главный вард. Да, который видел заход. А он видит не только заход, вот сейчас он... Еще и Хагу видит. Хагу видит, вот сейчас Кангора видно, как он выбежал. Что-то Кангор читанул, прошел сквозь вот этот барьерчик левый. По-моему, вообще запрещено. Когда ты каким-нибудь Манкикингом выкидываешь Кангора оттуда. О, да, я видел такое. Он потом исчезает и появляется заново.
Надеюсь, что там никто не отлетел. Что такая уже потная игра у парней. Так уже 37-я минута пошла. Сейчас тактические обсуждения будут, наверное. Скорее всего. Пока кто-то пошел там покурить или там в туалет. Кстати, пока пауза, я вспомнил, ура, я не забыл. Говорю вам о том, что в скором времени будут закрыты записи вот этих просмотров, этих трансляций наших на Твиче, и это все можно будет смотреть только на Ютубе. Поэтому заходите, смотрите, если вы пропустили. Там почти, да не почти все, а все, что стримилось, там все есть. А почему на Твиче не будет? Ну, я тебе потом скажу. Это как бы не для всех. Вот. Ну, а на Твиче закроют, скорее всего, да. А наоборот, я чаще на Ютубе смотрю. Да, на Ютубе смотреть приятнее, потому что Твич даже так долго грузит, не, просто лаги. В том вся фишка, что Твич, допустим, на iPad, когда сидишь, там вот это приложение Твич, оно только онлайн показывает. То есть там записи. Ну да, записи-то нет. Неудобно, да. Я думаю, они уже продумают в скором времени, как бы Twitch же Google купил, поэтому я думаю, они это тоже как-то поднастроят в скором времени. Жены, да. Это в их стиле вполне, скажем так. Так, главное, чтобы Swift сейчас Genjuru не покупал. Ну, я думаю, вряд ли. У него шелбрейкер какого? Третий, да. Да, и у него как раз 3000. Как раз 3000 сейчас будет на Genshin, я не знаю. Ну нет особого смысла. Вообще нет смысла. Не, ну какой-то есть, но есть получше итемы, конечно. Let's rock. Если уж прям хочется себе так сильно Dancing Blade, то я не знаю, пусть себе там лук купит. Кстати, лук от того же Дракониса ничего так зайдет. Ну, он может сейчас докупить Генжуру, потом разложить и купить Баттер, купить, ну, Вингбоу, да. Но... Потому что это вот эти вот тычки... Вот, он услышал меня. Я только хотел сказать, что ему Абиссал не помешал бы. И он купил себе. Ну да. Красавчик. И вот он АБКБ на Драконисе. Я забыл, сколько 30%, нет, стоп, сколько возвращает урона? Что именно? Лук возвращает только же урона, сколько он и отбил, да? Или там процент какой-то? Нет, там атака просто обратно летит, насколько я помню. А, ну вот, ну как бы, я же говорю, против Дракониса вполне неплохо. Ну да. Не, вообще, если Драконис прям такой там жирующий царь, там убивает всех один, то просто масс Барбит Армор, и все, и Драконис умирает. Ну больно. Он просто уже не хочет никого бить, когда нет, видит. Нет, Свифта с Вингбоуом отлетает просто столько, что... Да, да. У него проблемы. Но смотри, он же не учил еще свой второй скилл. Действительно, если бы у него был лук и замакшенный второй скилл, то там бы столько летело. Не, я ну, может, я что-то не понимаю, но на 19-м-то левеле, когда у тебя 260 дэмэджа... Да хотя бы на разик. При том, что если от Вингбоа, если глаз тебя ударит, у него отлетит всего лишь 50 дэмэджа, то от пассивки отлетит все 250, поэтому... Это стоит качать. Что-то так... плюсы ударился, ну я вот даже не знаю, ну 1700 хп, ну это что-то плюсы уже не сильно эти тащат. Не знаю, что-то они сейчас. Вот тот вард, который палил их до сих пор. Вот, и вот он все еще их палит. Ну видели заход, опять видят. И опять стягивается. Санта-Барбара происходит какая-то. Да, да, да. Понимает, что подходит Гладиус, они его увидели. Вот, видишь, Легион дали Дранкину гем, потому что он самый живучий со своей ультой и прочей. Ну и Хоббл, да, как бы ладно уже. А там носил гем Торт, который в первом же файте его отдал. Ну, только мы сказали о Кангоре, как... Да, мне кажется, они нас подслушивают.
Отлично, въезжает Пэббл с двоих сразу же, минус мастера Вармс, будет продолжать по ходе. Но не хватает пока урона, неплохо ультануло. Рапса, продолжение по Призонеру, не спасает его БКБ, уже минус 3. И Сивблейд, ай, бедняжка, бедняжка. Мне сейчас Пэббл очень хорошо синициировал по этому. Двоих. Да, стан по двоим очень хороший дал. Дала ульту с хага. Ой-ой-ой, сколько выкупов пошло. Два выкупа, Свифт и Торт выкупились. О-о-о, все, стояночка. Угу. Прощай, Хага. Прощай, Торт. Посыпались. Угу. Хага тоже выкупилась. Да, тут файт явно в сторону Мейки. Просто все идеально сделали. Фулсноу отлично инициировал на Пэблса, стал, дал шикарный стан по двоим. Тут не ожидали они сейчас вот этого вот прыжка от Пэблса. Там стоял Дранкин как-то, я не знаю, они видели его, вот смотрят, вот ждут, пока Дранкин что-то сделает. А там просто прилетает Пэблс и все, они но этого реально не ожидали. Блинк блинкнулся, там он не видел, куда блинкает. Да, да, ну повезло ему действительно. Ой, а вот сейчас Рапса ошиблась. Я сейчас Свифт отдал ульту в Рапсу, это неправильно. Ну, такое байт сделал. В принципе, она без ульты, так что можно было ее отдать, в принципе, да. Не, ну, он мог бы просто Свифт за один раз ударить и убить ее просто. Неплохой хук по двоим был. Ой, за Denial появился дракон. Mm-hmm. Но Хагата ушла. Отложили фарм обезьяны немножко. Гоняют друг от друга от нее. Угу. Но они понимают, тот, кто сейчас возьмет токен, имеет шанс, в принципе, закончить игру. Конечно, у дронов поменьше этих шансов, но все равно. Не, почему? Один файт все равно все изменит. Ну да. Просто, что теперь токен тяжелее это будет сделать, потому что там и появляются уже. Гораздо там Дранкин уже так больно бьет по пацанам. Вот он себе БКБ купил. Не боится он теперь вообще никого. Опять это. Не боится никого. Да. Че ему бояться? У него куча хп, куча армора. Ульта. Да, 2200 хп. Все равно она. 2200 хп, еще и БКБ. И ребра, ну очень трудно его убить, очень. А там уже по бай... Да, кроме Моа все по байбеку сделали. Угу. О, Хикса, кстати. Да, он, Моа не сделал байбек, потому что у него денег не было, так бы и он сделал. Корпоративный дух, да, все дела? Да. Не, ну... Смотри, Хикса. На Пэплсе сейчас будет... Это все. Приятнее файтиться. Если он точно так же залетит, как в прошлый раз, то еще и Хага умрет. Так он блинкнулся, убил Моа и почти Хагу. Ну а так Хага ушла, да, там у него буквально 200 хп осталось. Вот въехали в этого Дранкина, Дранкин сразу отошел, ульту потратил, Призонер. Дранкин, ну посмотри. Ему ой, все равно. Отлично, сразу же минус 2 саппорта. Его утконсит. Это ГГ, да, вот сейчас это ГГ. Но все равно все три линии стоит у Хеллборна. Но все-таки они да, сдали, сдали. Хеллбора отдали. И одна линия точно упала бы после этого. Ну да. Ну что ж, поздравляем мы с первой победой команду Мека. Проблемы у них были большие в начале, скажем так. Но неплохо они, так сказать, камбэкнулись. Отлично пофайтились пару раз. Особенно на боте там такой хороший решающий был, да, продолжительный. По лейнам чуть-чуть у них слабее все получилось, они начали проигрывать, но как только дошло до тимфайтов... Да и дроны, вот с этими двоими саппортами, которые просто стояли, бегали, там побежали на мид, постояли в лесу, отдались. Тут тоже вот ошибка в этих двух саппортах. Волнуются, может, ребята... Ну, скорее всего, они знают, что их по телеку показывают и переживали, наверное, по этому поводу. Сколько, кстати, человек смотрит? А я не знаю, может, человек 500... Тысяч. Да, 500 тысяч, конечно, да.
Ну да, да, 480. Это не суть важно, в принципе. Ну что ж, коротенькая музыкальная пауза, и мы к вам вернемся.